Совсем скоро вся страна будет поздравлять защитников Отечества. Ростелеком предлагает поздравить свою сильную половину необычным способом. Подарить ему танк. Виртуальная машина идет в комплекте при подключении тарифа игровой. Какие еще возможности получают абоненты Ростелеком, узнаем из нашего сюжета. Сегодня у Дмитрия важный день. Он отправляется на войну. Правда, виртуальную. Ко Дню защитника Отечества в качестве подарка он решил подключить для себя уникальный тариф игровой от Ростелекома. Это высокая скорость, низкий пинг и лучшие игровые бонусы. При подключении тарифа в ангаре бойца World of Tanks уже ждет элитный танк 8 уровня Т-44 с полностью экипированным экипажем. Впрочем, боевую машину можно поменять, например, на самолет Як-3Т или крейсер «Адмирал Макаров». Зависит от того, за какой род войск предпочитает сражаться геймер. Наступает 23 февраля, и тариф игровой от Ростелекома – это лучший подарок для своего мужчины. Так он получит танк World of Tanks и премиум-аккаунт навсегда. Киберспорт – это замечательный способ отвлечься от бытовых проблем, забот и просто играть в любимую игру. И что важно, участники виртуальных боев могут находиться за тысячи километров друг от друга, но при этом совсем не ощущать расстояние. Высокую скорость без зависаний гарантирует оптический интернет. Только в 2020 году провайдер построил более 150 километров современной инфраструктуры в округе. Наша основная задача – предоставить клиентам максимальную скорость и качество интернета, а также самое большое количество игровых бонусов. Все это мы реализовали в нашем новом тарифном плане «Игровой». Также клиентам доступны новые сервисы. Это новый игровой роутер, который позволяет улучшить качество интернета, и наш облачный гейминг, когда даже самый старый компьютер будет работать как новая современная станция. И еще одна приятная новость. Все, кто решит подключить тариф до 24 февраля, станут участниками акции «Попробуй игровой» и получат скидку почти в 50% за первый месяц. Это отличная возможность протестировать высокие скорости и остальные преимущества тарифа от Ростелекома. Полина Шорохова, служба новостей «Импульс Севера».